Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть BioShock, часть первая. Итак, голос папочки мы достали. Осталось запчасти его достать. Залазь в костюм. Готов признать Фонтейн ее предусмотрительность в своем плазмидном бизнесе. Но он никогда только не смысл в торговле. Зачем подсматривать их деньги? Я видел, говорит, у них схема плазмидных. Это мое? И это как раз то, что надо. Ага, два раза. Если не подсветы. Ни хрена, вот тебе и мое. Сестрички станут золотой рыбой. Хотя подожди. Не спеши. Нет. Вот он. Фонтейн про ее предусмотрительность в этом своем плазмидном бизнесе. Вот так. Зачем ты приятно? Давай, начать. Плазмидных аппаратов. И это как раз то, что надо. Помяни мое слово. Тихо. Подать это как следует. Где? Сестрички станут золотой рыбой. Где? Вот так вот. Вот это сюда. Потом вот так. Да. Не развернуть тебя надо. Подожди. Вот так. Одну вверх. Вот такую вот штучку. Все. Теперь ты моя. Так, мы вот там были. Только что приобрели голос. Теперь в другую сторону идем. Минутку. А хотя, подожди, жидкий азот так и оставил. Или напал. Или жидкий азот. Ладно. Я люблю свою родину, вроде, но а кого, если не ее? Так, да стой ты! Ты почему так быстро ты бежишь? Блин, еле успеваю. Вот так. Ой. Так, а чего мне у меня? Смотрите, сколько тут акустический удар. Так, сжечь. Да, сжечь. Так, сосредоточенный хакер. Так, ну давай. А почему я не могу купить? Так, ускоренный взломщик. Так, вот сюда машина. Так, не знаю, вот сюда, наверное. Где этот поджигатель? Так, циклон, хакер, человек огонь. Подождите, только что же был. Так, зимняя стужа, акустический удар, рой насекомых. Так, зарабатывают мутагенов выше в воздухе, чтобы они оказывали. Вот так. Так, что у нас тут? Улучшение здоровья. Улучшение Евы. Да, вроде пока все. Так. Лед, огонь, бешенство. Вот так. Все нормально. Ну, подожгу, так подожгу теперь. Только нам надо сейчас электричество.
Сюда же идем. Сюда. Начать. Тебе понадобится 3 промышленных впрыскивания этого вещества. И тогда малыш их потянет к тебе, как пчел на лед. Тебе надо собрать 3 феромона. И тогда от тебя будет так же мерзко нести, как от большого папочки. Господи. Он еще и воняет. Понятно. Вонючка, значит. Все. 3 вспрыска. 3 впрыска. Так. Блин, я даже не знаю, мне тут страшненько так. Кто кашляет? Опа. Могу только порадоваться, что я далеко от тебя и от этой ужасной пони. Почему малышек так тянет на запах феромонов? Это за пределами моего понимания. Давай. Ага. По деньгам, значит. Ой-ой-ой. Это что было-то? Это кто был-то? Минутку. Я не понимаю, это кто был-то? Так. Что тут можно взять? Ну давай вот так вот пока возьмем. О, электрическая картечь. Ну давай. На. Сюда. Что я далеко от тебя и от этой ужасной вони. И почему малышек так тянет на запах феромонов? Это за пределами моего понимания. Спокойно. Вернись! Да тихо вы. Тихо. Я не хочу причинять боли, но иногда. Да. Так сойдет. Где ты? Так. Так, зажигательная электрическая картечь. Только зло. Ладно, взломаем. Начать.
Так, главное развернуть сейчас тебя. Так. Вот так. Спокойно. Блин. Без паники. Не надо лишних слов. Не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот так, вот так и вот так. Вот все. Покупаем так электрическую картечь. Че? Напал? Простую картечь можно взять. Закрыть. И... простая картечь. А это что, электрическая картечь? Давай электрической картечью пока попользуемся. Мало ли кто здесь еще остался. Так. Так. Что у нас по карте? Ага. Только это двухъярусная штука. Где ты там? Брось! Я просто хочу с кем-нибудь поговорить! Да. Вот так. Откуда ты выбежал? Нормально. Так. Ого-го-го-го. Так, ладно, давайте сохранимся. Я хочу посмотреть, что там внизу. Там можно как-то отдельно зайти, потом можно будет или как? Распелось кого-то. Ну, вот так. Само то. Кто-то еще что ли там? Ага. Как я понимаю, впрыск, наверное, здесь был. Понимаю. Что нельзя сделать то же самое со взрослыми. Какой спрос был бы на неубиваемых людей? Что ты взял? Посмотри на себя. Мы еще сделаем из тебя большого папочку, я думаю. Не хватает только костюма. Отправляйся в бронеэскорт. Знаешь, тебе бы стоило сказать мне спасибо. Это я привел тебя сюда. Я показал тебе, кто ты есть. Тебе все лгали всю жизнь, пока не появился я. Пока не появился ты. А что ты сделал? Вот что ты сделал-то по большему счету-то? А? Ну ничего, согласись. Увеличим. Начать. Так. Сюда. Сюда.
Ой-о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 й-
И вот так. Увеличим скорость потока. Ты здесь? Чё, разобрались? Эх, это чё у меня? Электрические картечи. Тихо, тихо. Меня-то не надо. Меня-то не надо. Текс. Здесь-то ничего не надо сделать. Так. Я только одну девочку, да, освободил. Ладно. Замечательно. Нет! Смейся! Надо мной! Текс. Интересно, интересно. Там еще комнатка небольшая. А что, вот тут патроны для автомата, вау. Патроны для автомата-то мы возьмем. Автозломщик. Ладно. О, автозломщик, чтобы купить автозломщик, это было вообще прикольно. Ладно. Так. Для начала надо отвернуть эту штуку. Так, вот так. Нет, не так. Вот эта вот штука. Наверх и вот так вот. Так, покупаем бронебойный автозаломщик. Закрыть. Не. Это что, противопехотный? Ладно. Понятненько. Что тут? Ясненько. Тут закрыто. Колотый вон он. Всеми этими. Нарик. Ненавижу нариков. Все. Давайте посмотрим, что мы от него. В три впрыска феромона нам надо. Начать. Так, вот так, вот так, подождите маленечко, прямая есть еще такая, вот такая прямая,
отвернуть. Повернуть. Вот и все. Так. Ну вот теперь давайте посмотрим. Я тут прокачивал уже себе генный. Так. Это что? Значительно уменьшает скорость потока при взломе. Это мне надо. Когда вы изобретаете... Это мне не надо. Изобретать больше... Больше, чем обычно, это мне не надо. Так, на 2 отметки тревоги меньше при взломе. Так, это что? Минус 2 отметки тревоги и минус 2 отметки перезагрузки при взломе. Вероятность перезагрузки при взломе не так... Когда приходится взламывать сложнейшие системы, только сосредоточенный хакер 2 спасет вас от перегрузок. Не знаю, что такое, но вот... Ну ладно. О, не-не-не-не, мы же еще физический план подкачивали, нет? Стрельба, нет? Ладно. Итак, так. Пойдемте первый впрыск делать. Я так думаю, он здесь должен быть. Ну, он какой-то есть. Это что? Папус ушел. Пожалуйста, я не хочу на стол. Ага. Пытали, падлы, ребятишек. Как с вами бороться-то? Так, новый инженер Тоник, медвежатник, ваши тревоги пытаются, что принадлежит вам по праву. Не позволяйте им лишить вас заработанного тяжким трудом. Верните свое имущество, медвежатник 2. Не понимаю. Воу. Тихо, тихо. Разве не хочется побыстрее вылечиться? Смотри! Тихо. Вот так. Где этот докторишка у меня помер-то? Так. Взрываешься, да, просто картечь. Так, теперь этот. Даже не понимаю, я что, уже сколько-то... Ну ладно. Я так думаю, может, вот это красное было, но хотя навряд ли. Я так думаю, какая-то механизма должна быть. Ладно. Как бы то ни было. Едем дальше. Так, у нас здесь... Ну все, обошел. Что вам еще надо-то? А. Стоять. Что-то я разбрасываться буду. Ай-яй-яй-яй. А тут уже ничего нету, да? Подожди, подожди. Пробежимся еще разок. Так, так, так. На тебе! Ай-яй-яй. Кто ты такой был? Понятия не имею. Ну, вот так вот как-то.
Сейчас остальные исследуем, посмотрим. Так, это мое. Так, где мы еще не были? Вот сюда они пошли, да? Правильно? Смотрим. Ну да, правильно. Идем сюда. Ого. Вау, мины. Мины на движение реагирующие. Осколочно. Сейчас мы расхреначим их тут. Так. Потом, ну давайте, не знаю, бахну. Они вроде на меня-то не реагируют. Телекинез. Восторг напоминает, всем нам нужно оплачивать счета, и искушение нарушить комендантский час, чтобы добыть еще немного атома. Куда убежала? Но само нарушение непростительно. Соблюдайте правила и будьте счастливы. Куда убежала-то? Где мне план? Нет. Так, спокойно, подождите. Ой-о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 й. Куда эти бомбы-то делись? Не мог же я их. Ладно. Надеюсь, эта тварь где-нибудь сдохла в подворотне. Начинаем. Вот так вот. Веселый молочник. Я веселый молочник. И жена у меня веселая молочница. Молоко вдвойне вкусней, если шмаль варилась в ней. Вот так вот. Да. Нормально. Увеличиваем. Завоевали. Не понял, это кто? Это чего? Блин, ни хрена ты. Ну-ка, подожди, ну-ка, назад. Давай. Вот ты, вот это и несложно. А почему тебе тогда такие сложные, пипец, как? Так, еще одна. Это мы сюда, это мы сюда, это мы сюда, это вот сюда.
Хорошо, теперь у меня ракетница. Блин, жалко, конечно, ты эту разнесла. Ну ладно, сейчас-то уж, чё. Пойдем. Кто тут есть? Ух ты, вот. Беги! В чем дело? Откуда здесь эти сапоги? Почему они не в бронеэскорте, как положено? Впрочем, не важно. Бери их, бери! Да взял! Так, найди слабое место своего врага, так. Понятно, каким мне микроскоп. Хранить в банке. Значительно повышает бонусы урона, получаемый путем исследования. Что-то есть, что-то мелькает. От граната. Жидкий азот. Да убей ее! Но... Пришли меня погубить. А итог... Сами захреначились. Так. Ну, тоже неплохо. Тоже, знаете ли, хорошо. Кто где? Нет, да? Надо посмотреть по карте. Что здесь? Ну, здесь все. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!